Работу со зворотами громадян и юрасоп у 2019 годе сегодня разглядали по час посяджения Гомельского гарвыканкама. Это один из самых галовных показчиков эффективности деятельности мясовых уладов. Коли параўновывать с 2018-м, у 2019-м гамельчане крыху меньше звертались с пытаниями и проблемами у аблвыканкам и комитет дзяржконтролю. При этом у адрес администрации президента и совета министров зворотов стало больше, как и у сам гарвыканкам. Усё часцей гамельчане отдают перевагу электронным зворотам, однако письмовых меньше не становится. А вось особисто типа телефоне до кіраўніцтва гарвыканкама жыхары областного центра звертались не так активно, как год тому. Основные темы неизменные с года в год. В рейтинге по популярности, конечно же, занимают обращения, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, дорожным хозяйством. Достаточно высокий удельный вес имеют обращения, связанные с архитектурой и строительством. Это естественно. Наш город развивается. Требования у горожан достаточно высокие к уровню комфорта, к уровню тех услуг, которые оказываются различными организациями города Гомеля. Высокий удельный вес имеют обращения по вопросам торговли, землеустройства. Однако мы сегодня отмечаем, что по ряду из перечисленных направлений у нас наблюдается некоторое снижение. И это является подтверждением того, что деятельность построена в нужном русле. На посяджении гарвыканкама затвердили план мероприемства, которые помогут оценить работу дзяржорганов со зворотами громадян. Это даст возможность повысить ее эффективность.